Вакцинация показана прежде всего тем лицам, кто не болел коронавирусной инфекцией, не был в контакте с пациентами с коронавирусной инфекцией, у кого по результатам тестирования не выявлено антител. Эти люди имеют достаточно высокий риск заболеть новой коронавирусной инфекцией при контакте с таким больным. Кроме того, вакцинация показана людям, страдающим хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, такими болезнями, как сахарный диабет, в общем, с ослабленным здоровьем. Вакцинация противопоказана, но опять же относительно людям, у кого в анамнезе были какие-то тяжелые аллергические реакции. Вот, лица, страдающие острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями в период обострения хронических заболеваний, также вакцинация противопоказана. В подавляющем большинстве случаев вакцинацию все переносят достаточно легко. Вот, случаи побочных реакций имели место, но это, как правило, незначительное проявление. Температура небольшая, буквально в течение 1-2 дней, которая либо проходит самостоятельно, либо после приема жаропонижающих средств.